Дабл килл просто. Давай, давай. Это что за херня, блин? Здравствуйте. Добрый, господа и ветня. Last level? Похоже на то, и он закат нашей карьеры. Блин, так быстро игра пролетела. Такая классненькая она, конечно. Вот сокровища вам сразу нам дают. Понравилось. Но эти картины, мы очень любезно их используем во всех. Грустно как-то. Что такое? Они выглядели такими счастливыми вместе. О, я могу это. Что-то есть. Да-да, давай, смелее. Так, баунс в портал. Да, опять намеки на игру какую-то. Да, вы, кстати, не пропускайте. Выпуски по порталу вообще очень логически продуманные. Эй, женщина! Просыпайтесь, ваше величество. Женщина! Вы слышите? Алло! Вы в порядке! Остановку проедете свою. Мы сейчас вас освободим. Герои кричали и звали принцессу. Герои, это мы. Но она продолжала. Герои. Не, герои это наши зрители, а мы так мимо проходили. Похоже, она без сознания. Ну, конечно. Это заклинание волшебного сна. А можно скипнуть ваш диалог? Ой, я нечаянно эскейп нажал. Мы не должны здесь находиться. Опа, вот это Изабель или Роза. Я их путаю. Она типа кто-то это... Кто-то из них Изабель, кто-то Роза. Да, та Роза Б. Артефакт душ. Она типа плохая, да? Она охерела совсем. Интересно. Ну, наверное, она не это... Изабель, она охерела. Когда вы... Малефисент. Охерела. Артефакт никогда мы поняли. Не станет спасибо. Тебе помогать. Твой коварный план не пройдет. А реально, крыса. Как-то темновато, или мне кажется, почему наши персонажи я как-то хотела, чтобы в темноте яркость кто-то уменьшила? Да это специально, чтобы подсветить эту шалаву, которая обманула сестру родную и захватила королевство. Еще и гоблинов поставила себе помогать. Прикинь, какая мразота. Это что за херня, блин? Познакомьтесь с моим любимцем. Любимцем. Хороший мальчик. На тебе. Ну-ка давай, смотри, вон, видишь, ему рога надо размандил. Так. Давай. Вон, видишь, он как бы, он мочится. Серьги. Ой, он начинается по удар. Здесь вода. Здесь прятаться, если сейчас что. Сейчас сейчас мы вырастим. Эту... Вырастим, что-то. Ах, ой, ты мразь. Ой, больно. Охереть. А где рез-то? А вот, реза мы нет. Сейчас построили, сейчас я заберусь тебя рез, смотри. Ать-ать-ать, блин, секунду. Смотри, а он не мочит, оп. Нормально. Да блин, кто за... Из стрел здесь, конечно, да, он никак, на саппорте! Вообще. А, прикинь, он огнём уничтожает. А, рез, все, я вижу, да. Ну-ка, если я вот так запрыгну, всё, я резну. Вот так запрыгну. Я резну. О, меня съел! Рез, не ты меня теперь. Ладно. Так, все, смотри, он мандулся. Есть? Давай, если что, к ресу бежим. Так, он сейчас огонь опять пустит, и все, быстрей. Быстрей! Да блин, не умею я прыгать, да что ты? Так, есть, еще рок ему размандили. Давай. Вот женщина просто... Блядь. А, и ты типа растишь, да. И она, это, она падает или как? Ну вот, вот это вот растение, то есть да ты его вырастил и все? Она его сжигает, вот этот дракончик, он сжигает своим пламенем листочки каждый раз, если бы мне платили. Понятно, ну тогда смотри, я сейчас его буду... Вот сейчас он сожжет, но мы все целы. Так, нам надо, что еще нам надо? Ты как-то ему попадаешь куда-то, что-то делаешь? Да, я ему врага попадаю, и, ну видишь, два рога как бы с Гандина. С Гандина? Махатма? Блин. Ой, ой. Щит защищает. Щит он на то и щит. А ты можешь появишься или будешь ждать? А я как, за парня за этого, что ли, обоссан? Ну, просто, чтобы ты он хотя бы отвлекся на тебя, я не могу вырасти цветочек. Мой цветочек не растет. Здесь просто... Эй, тут ящерицы какие-то, блин. Ты их поднимай, правой кнопкой их поднимай. Да уже поздно, я уже сдох. Mm-hmm. Он плюется, что тут с бочкой? Бочка, смотри, глюч. Сейчас я постараюсь вас всех привести в чувство. В чувство! Красавчик, я не спорю, сразу всех просто сожрал. Дабл килл просто. Ой, ну это все. Блин, это последний уровень, и его, смотри. Перезапустить. Это какой-то лефодет получается. Не совсем понятно, как мочить. Мы ему три рога замочили. Вот смотри, видишь, я один вот, рог замочили. Да. Мочи его просто, бей. Может, за этого, за парня. Парень мертв.
Не, ну он же как-то это. Я не знаю, как будет на него действовать вот то, что эти. Цельтесь в серьги. Ну пофигу вообще на мои ящики. Я не знаю, как магом его могу мочить. Цельтесь в серьги. Да. Надо резнуть парня. Ах ты! Блин, пожалуйста, резни, пока можешь. Да запрыгивай. Запрыгивай. А, все же уже сделано. Да, да давай, давай. Так, смотри, у меня идея, как защитить нас. Как мне убить? Блин, тварь, а? Как мне бить? Он бы еще так просто подъедает людей, ты понимаешь? Да, 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 в том-то и дело. Да дело ну, в том-то и... почти замочили его, ну как бы половину, считай, отняли уже. Он, видишь, 4 из... 3 осталось, даже больше половины замочили его. Надо запрыгнуть, парня, у... все сейчас сгорит. Ах. Как сгорит? Вон, ращу, видишь, ращу. Бам! Давай, 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 2 осталось всего, 2 хп-ушки. Так, рок. Да, получается, серьга и рок. Да, да, да блин, да. Не могу запрыгнуть. Попробуй ты. Я тебя прошу. Да, блин, мочит меня. Есть. Все, я могу защитить остался тебя рок. Пока от гоблинов. Рок остался. Один рок. Давай, один давай, рок. Давай, давай, сейчас. Какой-то злой рок. Я не могу попасть в него. Почему-то. Давай, давай, давай. Ну, вот. Есть. Да. Это победа. И мне кажется, это не конец. Он как бы сейчас подмочится и потом... передохнет. О, падает, нет, ой, она вообще все расхуярилась. Простите. Простите, дети. Но она реально расхуярилась. А это реально мы прошли? Трань 2? Что случилось? Да мы сами не понимаем, игру прошли. Вы прошли, и мы прошли. Ура, дети. Пораженные герои увидели, как раз... Зачем дублировать в чатике? В любом случае, подписывайтесь на канал, спасибо вам за просмотр. Поставьте комментарии, пишите лайки и звоните в колокола. PCP. А мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Пока.